Хочу поделиться небольшим опытом по склейке как бы панорам. Была отфотографирована сцена. Много-много-много маленьких фотографий. Маленьких, потому что угол обзора здесь всего 10 градусов. Где в кадр попадает веточка дерева, где верхушка, где-то какое-то окно. В общем, очень маленький угол, field of view, угол обзора. Вот. То, что большую часть фоточек занимают квадратики, это потому, что я нашел просто бесплатную модельку в интернетах. И, ну, что есть, то есть. Дареному коню в зубы не смотрят. И, наконец-то, с помощью аутизма и такой-то матери из этого говна я... Я таки сделал панораму! Ребята, ПТГУИ на таких объемах картинок просто захлебывается. Хугин ведет себя несколько лучше, но тоже полное дерьмо. Склеил все вот это при помощи утилиты Нона, которая жутко забагованная. К тому же, пришлось писать костыль. Но так или иначе, я это сделал! Ебануться, я это сделал! Вот, примерно таким макаром можно делать реальные панорамы, вот, реального города. Ну и у нормальных людей это, выглядит вот так. Жух, жух, жух. Пол квадратный у меня, а небо не очень квадратный. Кстати, вот видны артефакты. Здесь даже непонятно, артефакты чего это. Артефакты антиалиасинга, артефакты JPEG сжатия, артефакты склейки. Причем очень интересно это видно на самой картинке. По идее, фон у меня должен быть весь одинаковый, потому что на фон я использовал шахматку. Но видно артефакты. Вначале небо просто становится более таким размазанным. Ну а потом вот тысячи артефактов. И ты, конечно, будешь все переписывать с нуля. Я пытаюсь все это переписать с нуля, но есть проблема. Как вы знаете, я нихера не умею в математику. Вот. Ну, то, что 2×2=4, я знаю. Иногда 5, иногда 6, но никак не больше 7. Но это вот не помогает мне. Вот. Как правильно считать проекции, хуй его знает. Но главное, я частично осилил! Какие интересные артефакты, какой интересный муар в небе. Вот. Можно, кстати, таким же макаром делать скриншоты из игр. Вот. Если найдете в памяти координаты проекции, координаты, ну, в общем, параметры проекции камеры, то можно, по идее, запатчить память и похожие дампы делать из игорей. Вот. Ну и, конечно же, делать вот фоточки своих ебеней. Фоточек, сразу скажу, очень много. Здесь их у меня 2800 штук. Ну, здесь немножечко лишнего. Самую малую. Их надо где-то реально 2700. Делалось все с шагом в 5 градусов.
Так. Вот. Картинки очень маленькие, чтобы и без того проблемные вещи не делать более проблемными. Кстати, ПТГУИ платный, который полное дерьмо. Это, сука, 64 мегабайта картинок изначально начала конвертить в распакованный вид. Я не знаю, во что она там начала конвертить, причем в 32 бита еще. Сожрала 1,7 гигабайта оперативы, сожрала 1,6 гигабайта на диска. Больше места на диске не было. И словами, ну не шмогла. Я взяла и сдохла. Так что от коммерческого продукта я как-то ожидал, большего, честно сказать. Гораздо большего я ожидал. Так ты не на проекции считай, а протеины. Ну, что я с протеинами буду делать? А проекциями вот можно хотя бы вот посчитать эти проекции, сделать оперденьку для Xiaomi. Ну и пойти вот фотки фоткать. Хотя нахера это надо, я не знаю. Вот, но все так делают, и я так делаю. Вот. Вообще, вот эта идея просмотра чего-либо из такого пузыря, в котором нельзя подвигаться, она мне не нравится. Но раз уж я заболел этой хренью, то что поделать теперь? Что поделать? Да. Голова моя, мои проекты. Ведь у меня есть работа. У меня есть нормальные проекты, которые надо делать. А я что делаю? А я что делаю? Сейчас попробую сделать алгоритм не с последовательной съемкой, как вот здесь было. Видите, она вверх-вниз ездит, как бы камера. Вверх-вниз, вверх-вниз. Попробую сделать с рандомными фотографиями. Что из этого получится? Узнаем.